К акции по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса присоединилась и Российская таможенная академия. В стороне не остались ни студенты, ни преподаватели. Тему продолжат мои коллеги. Гречка, рис, сахар, чай и даже электрические чайники. В Российской таможенной академии собрали больше тонны гуманитарного груза, чтобы помочь тем, кто 8 лет под регулярными обстрелами, порой в холоде и голоде, отстаивал право говорить по-русски. Мы с этим грузом передаем все тепло нашей души, нашим братьям и сестрам в республиках Донбасса и говорим их, что Россия своих не бросает, наши сердца с ними, и мы будем делать все для того, чтобы наша Родина процветала. Организацию сбора помощи взял на себя волонтерский центр Академии. Для удобства открыли несколько точек в разных корпусах для студентов и преподавателей. Это очень важное, необходимое мероприятие, которое нам нужно было провести, и мы продолжим проводить подобные акции. Боевое братство не понаслышке знает, как важна помощь людям, живущим в районах боевых действий. Именно эта организация взяла на себя доставку груза. Сегодня сбор в Ивантеевке. Мы отвозим этот груз в Ивантеевку. И сегодня в ночь он уже отправится на Донбасс. Ранее поддержку российским войскам представители таможенной академии выразили флешмобом. Курсанты военного учебного центра, преподаватели и студенты выстроились в форме латинских букв Z и V. В патриотической акции приняло участие более 400 человек. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.